Здорово, здорово, всем, всех приветствую, дорогие друзья, с вами Левша, и у нас удалось сделать прикольную штуку. Сейчас я вам все расскажу. Так, это я добавил, это я добавил, это я добавил, то добавил, все добавил и все добавил, да. Все, все добавил почти. Сейчас на экран выведу быстро кое-что. Так, ну что, вообще, что мы в итоге добавили? Смотрите, вы можете наблюдать на экране, как количество подписчиков теперь работает онлайн. На Ютубе. Вы можете подписаться, и оно показано, показывает количество подписчиков, и оно меняется. Это первое. Второе, рядом циферка, это вы видите, сколько это подписалось за стрим. Перед тем, как я стартанул и добавил этот виджет, и перед тем, как стартовали, уже плюс 4 подписчика добавилось. И, в общем, теперь у нас цель 1 миллион подписчиков сделать. У нас какие 3 отметки на Мантикоре, зачем они нужны? 1 миллион подписчиков надо. В общем, вот такой теперь виджет, потому что как делают сейчас другие стримеры, если вообще кто это делает, вот, они берут аналитику из Ютуба, и, соответственно, добавляет это через захват экрана. Ну, это немножко криво, я не хотел так делать, вот. И, соответственно, ну, и выглядит так себе, с дизайном не поиграешься. А это, собственно, виджет, благодаря сайту, благодаря нужным модам, благодаря хорошим умным людям. Не то, что я, как говорится. Вот, теперь вы такое видите. Отметка только не прибавляется. Так, теперь смотрите, это из такого. Из другого, собственно, вчера я прокатал 4 часа, вышел абсолютно в ноль по отметке, вот, и я апнул 2%. Если сегодня удастся, как вчера, повторить, апнуть 2 или 3% сразу, может быть, я просто пересяду на другой танк, но я подумаю еще. Так, ну, в целом все. Так, ребят, напомню, что стримлю я на ВК Play Live, на Трово и на Ютубе. И со всех площадок вы можете пройти на YouTube и прожать лайк на стриме. Вот, это позволит, скажем так, оперативно. Это позволит оперативно моим же подписчикам мой стрим, чтобы в рекомендованные выдался. Мурсал, позвони мне, иначе я за себя не отвечаю. Вчера кастрировали кота, разреши положить его яйца в качестве жертвы на алтарь отметки. С увлажнением от кузи. Блять, не нахуй кота кастрировали. Осуждаем кастрацию кота. Поэтому Кали публичным делом занят. Будь готов к советам. Да все нормально, чё, я же не нападаю, не агрессию все. Каждую фразу вставляйте с уважением. Сначала явно подлежу тачку, потом обязательно добавится уважение. Это, блядь, правило Петухи такое. Понимаете слово местность? Не, какой-нибудь выстрел. Это, блядь, в стриме так принято, ебать, с уважением. Ебать, ну пристрелите нахуй его, вот этого шелудивого, хуярит. Бля, какие вы хуёвые, это пиздец. Знаешь, Дима, я всегда верил и верю, что люди умные и хорошие. Смотрю твои сериалы уже давно и хочу сказать. Какие же люди тупые, пиздец, люди тупые, сука. Она не спасибо, блядь, сука. Мы же вместе время много проводим. Слишком много экшен за 30 секунд, да-да-да, я чё-то блин. Ты ебать еблан на этот, на Мантикоре, это не очень хорошо. Набухла-бухла и Скайер тыц-тыц бума Скайер набухла бибракчау. С уважением. Валера заплатил, Валера хочет, блядь, веселье. Ну чё, и осталось хоть один шот, нет? Ну бы это неплохой получился, да? Так, мне хочется надо протестировать, а вы мне сейчас будете помогать в этом. Не-не, блядь, по-любому помогать будете. 88 и 89, сюда. Не, ну стреляет наши максимально хуёво в этом бою. 8 косомарки я сделал, ну это хороший бой. Так,
Пошел нахуй отсюда. Дим, на Прохоровке, если поедешь в те кусты, ты засветишься, а если поедешь вон в те, то будет заебись. Не, вон те кусты на Прохоровке, не то пальто. За теми там кусты стоят. Заебись они, а не вон те. Кто работал, не ленился, тот давно пиздой накрылся. Кто на работу хуй ложил, тот до пенсии дожил. Кратко о твоей жизненной позиции. С уважением. Че, в смысле, надо чем-то заниматься всегда, блядь, иначе у тебя кукуха поедет, блядь. Я знаю людей, которых, блядь, ничем не занимается, ебать, они их сейчас нахуй. Такие тараканы в голове, блядь. Привет, левый. Твой стрим на Мантикоре напоминает Санта-Барбару. Без обид, удачной стрима. Что тут нового и где страйк пропал? По поводу страйка ничего сказать не могу. В танках отметки появится. С уважением. Спасибо за донатчик. Здарова, Димон, че опять спецом сливаешь? Есть такое дело. Ну тут уже без вариантов, что-то задушили, мне кажется. Надо было через другую. Ну короче, для Энска, блядь, 7000 сумарки. Этот в пиве, два артовода, тут танки. Да, я вообще не понимаю. Не, нормально, для Энска, я говорю, и так это заебись было. Там просто я подумал, что по-моему засвет откидает, а тут откидывать некого. Бля, может слева надо было светить, правильно было бы. Блять, я хуйню сделал, сука. Да блять, у меня нахуй рано высветил, я не ожидал. Пизду, блять, пошли нахуй эти светляки, ебать. А тут Леон еще. Да не, не хоть неблагодарно делать здесь светить. Другого респа, здесь нашим пизда. Я только на мафии сейчас концентрирую, на танках все. Когда мог себе позволить них по фаночку катать, катал. Сейчас не могу позволить. Не, это уже какой-то реально, блядь. Я 2 часа, 2, там, 2, 2,5 часа беру отметку, апаю 2%. А потом мне начинает, блядь, слив, нахуй. Ты чё, апнул 2%, все, стрим заканчивать или на другом танке играть? Пизда мне. Да я ебал, блядь, рот нахуй эту хуйню. Сука, блядь, каждый день такая поебень, блядь. Нормально отметка, потом все нахуй теряется, ебать. Жаль, конечно. Пиздец, блядь, сука, да что же за нахуй, уже какой день подряд уже эта поебень такая творится.
Пока не начал заниматься турниром, Чак. Пизду, блядь, все было. Вот я играл на 5300 суммарки, нахуй. Одним боем все перечеркнул. Самый худший бой, блядь, за стрим. Блядь, пиздец. Упиздите их. И чё? Так, подожди, я одного не пойму. Ладно, давай не будем торопиться. Потому что вот в эту чашку можно будет потом упасть в будущем. Бля, с Монтикора, видишь, непонятно где. Кто переплюнет мои анекдоты, точка, мягкий знак, твердый знак, мягкий знак, твердый знак, мягкий знак, твердый знак. Ебутся как-то два клоуна, один другому говорит, а вот сейчас уже не смешно. Ебать. Фух, ебать, неужели нормальная прохоровка человеческая, сука. Это те самые 10к суммарки. Да, там челленджи какие-то были, я уже забыл про них, потому что ведь не верил в себя. Но тут, блядь, прохоровка случилась, ебать, неужели. 13-105, красава, все понял, да? Ну это. Ну, даже, блядь, не комментирую. Ну, гриль, нахуй, ебать. Вот, гриль. Ебать, гриль. Да идите вы нахуй, блядь, обезьяны ебаные, сука. О, это пиздец. Там гриль, ребята, ебать. Ну, это проблема, надо пиздить толпой его. И куда вы бежите? Пойдем драться, ебать, толпой. За него надо заезжать, все это. Его побеждать надо, блядь. Дай ему шотик. Блядь, брат, ты мне дошел, да? Я один его не победил, блядь. Ебать, это клоуны, нахуй, на тиммейтах. Не, ну после того, как светился гриль, блядь, я не получал ни... О, почему он не получил ни одной тыки, сижу? Да хера народу было. Да, надо фланг разыгрывать быстрее. Скажи топ-3 шутки, которые ты слышишь чаще всего в донатах или которые уже заебали. Удачи тебе. Блядь, сейчас я не могу... Мне сейчас не надо об этом думать. Чувак, я нахуй отметку солью. Это точно не то, о чем мне сейчас надо думать, вспоминать. Про обратный экзорцизм было, да, вот. Про нихуёвенько, пару раз. Оказалось, что пиздача у хозяйки мира танков. Так, слева фланг тоже, блядь, гуляет. Тут пиздец. Это нахуй канале творится, он два раза спалил его. Не, смысла нет, я так. Норм, хорошая оборотка, короче, все норм. Где этот ебаный ЕБР? Заебись, альфа, блядь. Может, ты въебешь ему на гриле, нахуй? Ёбать,
ебаная противотанковая хуйня какая-то едет, блядь. Гриль, конечно, у нас красавчик. Ой, это и не гриль, а ЕБР. Берите базу, мне до пизды, блядь. Какие нафиг трубы и маскировочные сетки? По засвету не стреляют совсем, даже когда танк в поле стоит. Дима может надеяться только на себя. Ебать пот, блять, вообще лютый нахуй. Да какую базу? Там базу нереально, да просто надо стрелять по максимуму. Пиздец, блять. Гриль, блять, он же мог. Ну чё, 4 часа я прошел, 4 часа постримил, 3% апнул. У меня очень сильно сгорело на тиммейтов в этом бою, вы сами видели, когда, блядь, светились танки и просто... Так, ну что, завтра надо апать до 93%, это будет, мне кажется, вообще шикарненько. Да, все, ребят, еще раз всем спасибо, увидимся завтра в 19:00.